день с победой показалось, что, как и в предыдущем матче здесь в Казани, как-то вот все сразу и легко. Так ли это на самом деле? Спасибо большое, это во-первых. Во-вторых, это только показалось на самом деле, то, что все так легко удалось. И нам пришлось приложить очень много усилий, чтобы добиться сегодня победы. Как свою игру оценишь? В обороне как-то тебя не проходили, в атаке вроде у тебя были подходы, как-то до конкретики не дошло, да? Ну, можно сказать, то, что как вот в завершающей стадии можно получше было сыграть, где-то чуть отдать. Так что будем работать. То, что сегодня не было Антона Мирончука, и одновременно и Рыбчинский вышел в старт, но не было такого как ощущения, что сегодня будет особенно тяжело? Лавка не очень большая? Нет, не было. Как видите, тот же самый Дима Рыбчинский хорошо заменил Антона. Сделал две голевых передачи, после которых мы забили два гола. Так что ничего особенного, все хорошо. Матч с «Зенитом» никак не сказался психологически? Потому что вроде как первый матч сезона начать нужно, считается, с хорошего. Ну, это можно было бы только догадываться перед игрой, как сложится матч, да, чисто психологически. Но учитывая, как мы сегодня сыграли, хорошо выиграли, добились первой победы, движемся с первого тура уже с тремя очками, так что все хорошо. Победы конкурентов не давили? Нет, что давить, нам надо отталкиваться от своей игры, так что... Хорошо, вопрос последний тебе как футболисту, потому что многие там специалисты, эксперты говорят, как сейчас сыграет там за 21 день 7 матчей. Ты как футболист скажи, каково это? Тяжело или нет? Это все пустые разговоры. Ну, это, знаете, как сказать, даже не знаю правильно. У нас другого выбора нету. У нас есть календарь, мы будем выходить и играть. Все. Здесь жаловаться мы точно на это не будем.